сентября – это день, когда кто-то идет в школу в первый раз, а кто-то возвращается туда с удовольствием. И мы хотим поздравить вас сегодня. С днем знаний! Вообще, что это за праздник? Расскажите нам. 1 сентября – это день школьников, когда все дети идут в школу. Скажи, с каким настроением ты идешь сегодня в школу? С отличным. Хочется учиться? Да. В этот день дети идут в школу, знакомятся с учителем, дарят ему цветы. Ну что, девчонки, кому цветы принесли, рассказывайте. Татьяне Григорьевне. Это кто? Это наша учительница. А какие уроки вы любите и на какие уроки уже хотите быстрее идти? А человек и мир, и оба же. И все? Наверное, все. А какие знания ты хочешь получить? Какие предметы ты любишь? Ну, я люблю все предметы и хочу много знаний получить по разным урокам. А я хочу на белорусскую мову. Я очень люблю математику и человека и мир. Сегодня вы в какой класс уже идете? Третий. Хорошо, а что вы можете пожелать тем, кто сегодня пойдет в школу? Хорошей учебы, чтобы они хорошо учились, получали 1/10. Хорошего настроения. Чтобы они были здоровыми, умными и слушали свои учителя, чтобы самыми добрыми были и послушными. Ну, чтобы успеха, чтобы они хорошо учились на 1/10 и услышали учителя. Скажите, вы хорошо себя будете вести? Да. А учиться хорошо будете? Да. Обещаете? Да. Я поздравляю всех школьников с этим замечательным днем, днем знаний. Пусть школьная жизнь будет увлекательной, интересной, насыщенной. И, конечно же, пусть в ней будут победы и успехи. Добрый путь. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.